каждой ночью все хуже. Алло? Джилл, ты в порядке? Брэд, это ты? Срочно выбирайся оттуда! Что случилось? Нет времени объяснять! Выбирайся немедленно! Хорошо, дай только... Надо выбираться. Но он охотится за агентами Старс в городе, тобой и мной. И я сваливаю. Сама подумай, чем больше ждем, тем больше вжжем. Как все произошло так быстро? Я не знаю, но беда никогда не приходит одна. Все как в Аркли, но хуже. Заразиться. Брэд, берегись!
так все ясно. Нет, не ясно. Мы еще команда? Конечно. Тогда смотри, не облажайся, как я. Иди! Мне жаль, брат.
Спокойно, я помогу. Кто ты? Что ты делаешь? Я Карлос. Спасаю тебя. Давай, пойдем в убежище. Кажись, оторвались. Надеюсь. Мы собираем здесь выживших. Где здесь? Мои ребята переделали вагоны в убежище. Все чисто. Я в норме. Личное пространство. Хорошо, понял. Идем. О, да ладно. Какой мудак их закрыл? Придется идти в обход. Так что ты знаешь о том монстре? Ничего, никогда такого не видел. Но это не зомби. Он точно знает, чего хочет и не остановится. Любишь таких мужчин? Ну нет, он весь твой. Поверь, ты в надежных руках. Я из отдела противодействия биоугрозам Амбрелла, сокращенно UBCS. Ты издеваешься? Ты, блядь, издеваешься? Это же из-за вас все случилось! Стоп, 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 стоп! О чем это ты? Доверять мне ты не обязана, но я иду в убежище. Ты со мной? Давай, сюда. Капитан, этой милой даме пригодилась бы помощь. Карлос, ты даже не спросил милую даму, как ее зовут? Она элитный боец Старс, специальной тактической и спасательной службы Ракун Сити. Ее зовут как-то там Валентайн. Джилл. Рад познакомиться, Джилл. Я командир взвода UBCS Михаил Виктор. Нас послали сюда спасать гражданских. Ну да. И как успехи? Город полностью отрезан от мира, изолирован. Большинство многотысячного населения ждет смерть. Поправка, бессмертие. У моего взвода сильные потери. Даже уберечь их жизни я не смог. Благодарите за это свое начальство. Да. Что ж, мы делаем все возможное. Если сдвинем с места этот поезд, то спасем часть выживших. Нам нужна помощь. Мои люди сами не справятся. Ладно. Я в деле. Но я на их стороне. Не на вашей. Без проблем. Мы ведь тут все заодно. Спасибо, Джилл. Хорошо, Суперкоп. Держи. Это чтобы быть на связи. Я знаю, что такое рация.